Сегодня ушел из жизни известный журналист, поэт и почетный гражданин региона и сельского района Муталап Кангожин. Родился он в 1937 году в ауле Кара-Агаш Есильского района. Член Союза писателей Казахстана, заслуженный работник культуры страны. Окончил КазГУ. За годы своей жизни он работал учителем. А с 1966 года был редактором Петропавловской студии телевидения, где также занимал и другие должности. Автор 8 сборников стихов, отличник телевидения и радио СССР, лауреат премии Союза журналистов Республики Казахстан, победитель республиканских и всесоюзных конкурсов.